очень хорошо получилось тем, что я смог им зайти банально опять в тылы. И вот если бы ты отдал мне коней, это было бы еще быстрее. Да, нормально. Так. Добей их, блядь. Так, так, так. Что тут у нас происходит? Так, пацан едет. Пойду на Хоки, ну их нахуй. Пацан едет сюда. Так, этот пацан хочет войны. А из Сетсу новые войска новые тащил в тангу. Атака, атака, автобоем. Разъебем эти этого пидора. Корабли кусуются, понимаешь. Чем тут вообще забыл? Топите. Тонет там, блядь, полдня. Да это я луке не нажал. Ага. Правости ковылялся. Так, еще одна битва. Разъебываем все тут корабли, которые тусуются. Ну такого путя. Пошел как. У тебя один слишком далеко отплыл. Лишь черепком. Так, нахуя его голод, дай мне главное. Слышь? Где что? А. У тебя войск еще достаточно, а у него уже, считай, не осталось. Да, кстати. Добей. Причем там именно даймё и его наследник. Тут автобоем уже. Все пизда, пацан. Да два генерала, три генерала. Я его пиздец. Даймё и наследник, чувак. Ага, это вообще пиздец. Куда он пошел вообще такой армии? Самоубийца, что ли? Пошел в пизду. Больной ублюдок. Хорош. Я считаю, я хороший сделал вклад в эту победу. Так, что тут у меня? Так, корабль. Где там? А, вон он плавает, ублюдок. Сейчас его нахуй. Нагнуть. Догнать, отпиздить. Что-то, блядь, тут плавает, решил. Понимаешь ли? А, надо высадиться. Расходы на армию, блять, уже почти 10 тысяч. Так, что тут такое? Генерал, о, генерал наконец вступает в армию. Отлично. И идет пиздить. Там пацанов сидит. А, нет, подожди, не идет пиздить. Сейчас сначала качнем ниндзю. 175. Ну-ка, вот этого деда если. 10-84. О, давайте я деда ёбну. Дед, умри, мать твою. Больной ублюдок, еще один. Валя уничтожен. А, зашибись, зарезал деда, чувак. Так, ну этот пацан. Сможешь напасть, да. А этот пацан разъебашит эту армию. Так, с тебя 2000. Че у тебя 2000? Я как раз делаю последнюю имперскую дорогу. А? И это за мою победу. Нихуя себе за его победу. Я прикрываю своими войсками, которые могли бы уже воевать. Ну, знаешь, я у него генералов раскидал. Ну ладно. Так, отлично. Кстати, а генерал... Я раскидал всех трех генералов, чувак. Не качнулся? Не, генерал не качнулся. Мой тоже. Ну, армию неплохую такую с ним убили. Но он получил почти половину опыта, необходимого до следующего уровня. Ну, как раз последний ход. Давай, чёрт, мне нужна на дорогу. У меня последняя дорога осталась построить. Сколько тебе точно? 2000? Так. Она стоит 3800, у меня есть 2300. Ну, дай 2000, короче, мне это точно хватит. Мой добрый друг, расскажите, что вас тревожит, и мы вместе решим, что нужно делать. Лови 2000 на дорогу. Вообще принять его не могу. Не знаю. Да, ты у меня, что ли, хочешь? А нет, ты мне его даешь. Ты даю его, ваше предложение. Не принимается. Сейчас, подожди еще раз. Значит, переговоры, ну, выплаты.
как приятно увидеть друга. Заходите, посидим, побеседуем, выпьем чаю. А, опять предложение. Все? Да, взял. Последняя дорога пошла. Так. Что у меня там? Следуется 8 ходов еще. Так, города, города. Города. Что такое? А это войска анимать. Ну, в принципе, можно, да, качнуть. Это зачем? Да, не Сабон так срал, конечно. Это было его опрометчивое решение напасть. Хотя бы с поддержкой нападал, не знаю, что ли. В два отряда. Я, кстати, не видел, чтобы они в два отряда нападали. Но они все стакают в один. Да. Не, ну я имею в виду два больших отряда. Хотя у красного был. Ну, тоже так-то. Отыграл. Что не очень. Ну не, против меня такая хуйня не действует, чувак. Я ж затащу все равно. 6600 уже, блин. А, смотри, видишь, у меня везде почтовые тракты, да? Ну. Вот видишь, вот сейчас мой ход придет, посмотри опять. У меня везде уже эти имперские дороги. Нет, просто они хуяка почти везде разом, блин, станут имперскими. Я тогда 20 тысяч грыбанул и дохуя их построил. Так, этот чувак... Чувак все отплавал. Так, эти пацаны, надо догнать он того, сука, плавает какой-то пидор. Петух. Так, а тут что, пацаны? Чем мы тут поураганим? Ну тут, не знаю, разъебывать особо-то некого. Поехали дальше. Не понял, что он там собирается воевать что-то. А, последний корабль остался, вот. И я смогу плыть. Так, а, один ход тогда получается остался всего. И следующая армада полетела. Так, разъебываем это. За лупу. У тебя так стук скрипит или ты пердишь? Нет, это у меня стул так скрипучий. Ну я бы перданул. От души просто. Так. Кто сомневается? Так, ну два корабля не надо. Так, что тут у нас армии нормас? А, вот это вот армия. А, это вышло сыграл снова с генералом. Да, зря они нам всю войну объявили. Зря. Так, мой пацан, чё? Блять, Вакаса, как обычно, буянит, суки, заебали. Точнее как, у меня налоги повышаются, понижаются. И Вакаса вот, в основном из тех, кто не очень любит налоги. И очень хочет сопротивляться, постоянно причем. Схуяли они сопротивляются, непонятно. Такс. Ну, все, я походил. Там, наверное, замок еще покруче сделать, чтобы точно хватило по репрессиям. Ну почти мы разъебали их. Нормас. У меня уже 23 плюсом идет, охуеть. Да я ж говорю, ебаный еврей. А, блять, это следующий в смысле ход, один ход. Ладно, в следующий ход посполнишь. Так, это докачается, потом я сделаю это кафен, изучу. Увеличение налоговой ставки. Это тоже пиздата. Так, а тут потом еще... животноводство. У меня будет уже 44% плюсом. Изучение всего дерьма. А потом военное дело династии Тан. Минус 10% содержания. Ну и чё, сколько у меня тут по городам? 770 пока самый маленький, самый большой 6600. Потом 5700, 5500, 5400, 5400, 5300, 5300, 5900. Нормально. Ладно, я думаю, пора смотреть, что там у них происходит. О!
Лайтово. Ты захватывай. Я там живой железный рудник, это все, что мне было надо от них. Теперь, правда, придется еще одну армию ждать, пока наймет, чтобы захватить Беззен. Да, мы можем все это оставить там немножко войск в городе, и я в это подтанкую. Плюс 13 тысяч, не, я лучше разграблю. Ну, у меня все равно сейчас чувак пойдет туда, к городу, к Беззену. Так что я это самое могу пойти. Кстати, у меня в городе тут как? Нормально, плюс 10. Ебать! Да сколько стоит, сука, чинить? Чё так дохуя-то? Да не, я разграбил один город и почти до конца дочинил второй. Да, мне не хватило только... А, понял, надо дом для ополчения лучше починить сначала. А товарную биржу потом, наверное. А, нету. А, ну, да, да, товарную биржу потом. Так, вот ты. Ты тогда пизды, блядь, в ха... Вон туда. А где их не... интересно, их не войска? А где мой этот самый? А, у меня сдох, что ли? Все, все. Или с ним что-то сделали нехорошее? Я не понял. О, генерал новый пошел. Под Тадзимой, блядь, стой. Вот просто стой. Насмерть стой. А я новую армию собираю. Так, ну чё, ниндзя. Давай. Все, всех этих качнул. 105. Агент. Так, у меня 9000 есть, да? Поля строить надо везде. Тут у меня строится поле, не строится, значит строится. Побоем. Тут строится. Разъебил его мелкую армию. Класс, я за один ход буду делать два поля. Максимального уровня, которые. Сопротивляется-то. Ебать, у меня ниндзя стал каким-то чертом, заценивает ниндзя с маской. Так. Подрывной деятель плюс один. Шанс ниндзя. Еще военачальник качнулся. Офигеть. А че это с ним стало, блядь? Так. Максимальная прокачка, что ли, получил? А, да, максимальный уровень. Так, я сейчас Беззен буду захватывать. И пойду на Хойки. Так, я Беззену подошел. Да чего там захватывать-то было? Не, ну, на всякий случай. Так, чё у меня тут? Да. Мне бы с острова еще армию подтянуть, которая там была. Но, блядь, мне так неохота с кораблями возить. Так, тут чё? А, ну тут я это самое... Тут торговые кора, это самое... Ломаю. Всё, пацаны. Теперь вы не увидите ничего в этой жизни. А это что, ты благовония одни забираешь? Я пока ничего не забираю, у меня нет торгового корабля. Ну так встань сразу на нее, потом торговый корабль туда подтащишь и все. Вот это я так и хочу. Да, благовония. Второе благовоние не трогай. Так вторая я моя. Могу потом просто захватить себя, а потом это... Когда ты поедешь, отдать тебе, да и все, кораблю вести. Так что ты не ну тоже да. На этот счет. Да, кстати, мне свой надо флот уже тащить. Я да. Буду на свитке лететь. Это ремонтируется. Так, у меня железо появилось наконец-то, да? Так, да, железо появилось. Еее. Имперская дорога стоит. Строится, сразу поля все с хорошей строятся. Правда, деньги кончились сразу. Это у меня в Ки уже строится улучшенная лигация. Нормально. Ну-ка, максимальные поля. Так, что мне можно качнуть? А, там... И в Ямато. Войска нормально там все.
На коневодство я еще не изучил, бля. Я сейчас города начал то улучшать с последней ячейки, чтобы открыть. Потому что остальное я не могу ничего улучшить, потому что это нету технологий. Так, город. Серебись еще тут мозга идет. Сейчас добьем красного и все. Мозгоёбка прекратится. Так. Так, так. Ага. Тут. Всё. Так. Тут все качается, да? Окей. Давай, охота, давай уже. 26 плюсом. А ты заебал. Сейчас еще пару городов захвачу. Вообще нормас будет. И ниндзя прокачу. Зацени, у меня ниндзя в маске. Да вижу. У нас ебать. Ой, ебать, у них даже нету там обороны никакой. Практически просто пиздец. Против 2 700 солдатиков. Твоих, кстати, коцать сильнее, чем моих. Ну, они, кстати, покоцанные были, они что-то самое. У меня трех потерял, я Т-12. Они это самое. Эх, 8 тысяч. Грабить, не грабить, грабить, блядь. Ты битью будешь захватывать? Сейчас не смогу, армии нет свободных. Ну, это ладно, а, я так потом иду. Сейчас я чертом пойду своим ниндзей. Харе пердеть. Ай-ай-ай-ай. А ниндзя такой еще улыбатый. Так, тут строятся поля, тут строятся поля. Тут... сейчас этот кораблик допиздить его. Теперь строятся поля. Нормально. Я сейчас буду захватывать Хоки. Дождусь потом, когда у меня нормализуется ситуация, и уже пойду дальше. У меня всего 4 армии, блин, свободных. Так, надо еще этих пульнуть. Да, блядь, не то. Пиздуй. Путь далеко, конечно, но хули делать. Так, и, наверное, больше в этом порту я больше ничего нанимать не буду. 12. Такой худший порядок. Авадзи. Ну ясен хуй. Еще кто-то был хороший порядок, только захватил. Теперь буду строить более близких портах, в частности в Инабе. Так, доклад снабжения, у меня новые войска сделали, доклад строительства, ебать, у меня построилось. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, вижу, все дороги. Семь, восемь дорог. А здесь нету, в Хиде нету... Да, еще строится. У меня везде строится дороги. Эти тоже строятся. Ну, кроме Бизена, на Бизене не хватило. Ну, школа каллиграфии построились, то есть у меня еще быстрее должны качаться навыки. Или это уже посчиталось, хуй пойми. Так. В чем я там? Детишки растут. А, наследнику-то уже 15. По идее, если у тебя есть девчонка 15-летняя, то его можно поженить. Ну попробуй, если есть. Да я уж нажал. Нету. Нет, я в смысле уже нажал на этот. Охот. Мирный договор! Мирный договор от красных, нахуй иди. От красных тебе? Да. Ну мне давно они уже шлют. Заебали. Мне интересно, когда они поймут, что все стало совсем плохо? Да они уже поняли. Они мне уже даже бабки предлагают, прикинь, за мирный договор. Уже 400 голды пытаются отсыпать. Но я ни в какую. Так, давай повоюем с
пацанами. Сходи в бит, что у них там интересно происходит. Так, сейчас я разъебашу. Корабли, тусующиеся на моем этом маршруте. Топи его нах. Так, а этот вот так вот объедет. Сюда. Так, ну что, пошли в битю. В битю посмотрим. Сейчас поломаем ей им что-нибудь. Ниндзей. Ну-ка, давай диверсию. Наружен. Так, а что мне? Бля, надо было вот этого делать? Убить пидора. Сможешь подкупить. Бля, я лоханулся. Так, я могу его подкупить. Бронника, теперь оружейный мастер. А, это же мой. Подкупленный, походу. Ну-ка, давай. Нормас. Так, дальше продолжаем. Где тут был корабль? А куда он делся? Тут стоял же, да? Или он уплыл? А, он уплыл. Или кто не уплывёт? Сэдсу новые войска собираются и в тангу. Да, бью, ублюдка. Хорош. Текс. Торговые кораблики. Я, в принципе, что предлагаю? Сейчас вот это добьем, все. На последний полуостров пока не лезем, а стабилизируем обстановку. Да. Без проблем. По-моему, в принципе, мы и так захватили все, что требовалось для победы. Но... перестрахуемся. Ну, чтоб не восстание, ничего не было. Так. А то у меня вот, раз, два, три, четыре и пятый отряд сейчас... пятая армия будет исключительно направлена на подавление восстаний. Это как бы уже хуёвенько. То есть мне придется делать шестую армию, чтобы идти дальше. Ибо я не смогу из этих городов никуда выйти. Ну, сам понимаешь. Такс. Тут нормально, тут нормально. Так, мои войска что, стоят просто? Стоят. Так, ну чё, надо сохраниться. Сейчас пойдут военные действия. Так, ты давай, подходи. А уж правда, тут нет прохода. Хотя, блин, маленький вроде перешейник. Странно. Так, ну тут автобоем сейчас я распидорящу. Чтоб подкреплений не было никаких у него. Заодно генералы качнутся. Потеряется. Ты тушара. Ну а ты его сопротивление потук. Никому не легче. Так. Я смогу подойти? Не. Со следующим ходом тогда нападу. Так. Все походили, все нормас. Минералы не качнулись. Так, что можно покачать? Кого покачать? Так, тут качнуто, тут качнуто. Так, у меня выйти ходить больше никто не будет. Так что можешь. А, нет, там вверху армия. Оно она стоит, в принципе. Ну, может дальше я пульнуть, в принципе-то. Можешь тут оставить. Ладно, я потом... Сын достиг совершеннолетия. Все, у меня новый генерал. Нормас. Так, а где он, блядь, появился-то? Ну то я так же искал. А, все нашел. Так, ну пиздуй тогда в Сетсу. Там у меня новая армия собирается. Так, и все прокачано. Один за... Ебать тут войск!
еще где-то войск. Да вон, видишь, на кораблях еще сидят. Сейчас пойдем. Тогда досмотрю. Я в городе сейчас засяду и хуй им в рот. Над тобой? Ну да. Городок. Городок захватил. Там он, видишь, на кораблях еще сколько? Да. Ну а что ты в городе будешь сидеть? Нормас. Да, неплохие такие армии на кораблях. 8000, ну грабить не будем, ладно, в этот раз. Да, нужно будет подвести к тебе, да? Прикрытие для города, на всякий случай. Я говорил, вперед вот пускай ты дай. Да. Пусть. Так я уже нажал, ты поздно сказал. Нет, в тот момент еще было готово все. Так, ну и городскую стражу качнем, чтобы больше было пешей тяги. Там-там-там. Сейчас гоет захватчик. Ну тоже и такая армия неплохая. И еще один мой корабль. А вон плывет, пиздец, он далеко еще. Кстати, я тут могу построить тоже. Торговый кораблик. Ну, ворс. Ой, бля. Ему еще плыть и плыть. Еще раз ход. Два ход. Три ход. И только на четвертый ход он приплывет, куда я хочу. Охуеть. Охуеть, как долго. Так, ну вы пиздуйте, туда вы там будете собираться. А вы собираетесь, наверное, в тангу. Хотя уже на самом деле похуй, где собираться, в тангу или в сетс. Мне сейчас у красного последнее на его войско выбить. Пиздатая и пиздец. Так, давай проверим, можно ли кого-нибудь поженить. Давай. О, что-то это предложилось. Нет, нельзя.